Обильный дождь, резко обрушившийся на Колыму, стал долгожданным событием для любителей сбора грибов и ягод. За последние недели в регионе наблюдалась устойчивая солнечная и сухая погода. Сейчас столбики термометров сдали позиции сразу на несколько градусов. И помимо дождей, в Магадан пришло похолодание. Сейчас характер погоды у нас формируется под влиянием активного атмосферного фронта, который опустился с севера, и с ним связаны облачность на всей территории области у нас, осадки, дождь. Он идет у нас практически везде, но интенсивность его разная. Где-то небольшой дождь, где-то умеренный, где-то сильный. По словам специалистов, облачная погода с осадками от небольших до умеренных сохранится ближайшие 3 дня, но сильный дождь будет отмечаться только 12 августа.